Более 20 тысяч молодых елей высадили сотрудники Тверского отделения Сбербанка в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» и ESG проекта Сбербанка «Сбереги планету». Высадка деревьев прошла в Кулицком сельском поселении Калининского района. В мероприятии приняли участие более 100 волонтеров Сбера и активистов движения «Эко». Подробности в нашем следующем материале. Лесной массив в окрестностях деревни Великое село Кулицкого сельского поселения. Какое-то время назад значительная часть елового леса здесь на площади в 20 гектаров погибла из-за вредного насекомого – короеда. Лесные насаждения были утеряны безвозвратно. Единственный способ – это, конечно, убрать этот уже больной лес, вычистить площади, запланировать посадку. К работе по лесовосстановлению в этом районе подключился Сбербанк. Совместно с движением «Эко» волонтеры Сбера подготовили к посадке более 20 тысяч молодых елей. Секретами правильной посадки делились опытные профессионалы. Делается луночка. Вот этот саженец, сенец берется, опускается в эту луночку. Не глубже корневой шейки. И хорошо ногой каблучком прижимается. В мероприятии по высадке приняли участие 80 волонтеров Сбера. Примечательно, что для финансовой организации подобные мероприятия стали уже доброй традицией. Сбер сегодня – это не только финансовая организация, это еще социально направленная бизнеса, которая приводит к тому, что наши сотрудники становятся волонтерами больших, хороших, серьезных акций. Это и восстановление яблоневого сада в городе Героя Туле, в имениях Толстых. Это и квизы для школьников, это и уборка по берегам реки Волга. К 2023 году Сбер поставил амбициозную цель – посадить более миллиона деревьев в более чем 46 регионах России, чтобы компенсировать углеродный след воздействия на окружающую среду от своей деятельности и потребления бумаги. Отметим, что экологические проекты и инициативы – часть большой ESG-стратегии Сбера. И высадка деревьев – лишь одно из направлений этой деятельности. Добавим, что ранее весной этого года на этом участке уже было высажено несколько тысяч саженцев ели. Если молодые деревья приживутся, а это, отмечают специалисты, лишь вопрос времени, в общей сложности на этой территории будет восстановлено более 12 гектаров лесного массива.